Чтобы тяжелые файлы не ползли вечность, умная сеть Билайна ускоряет интернет. Удобно. Отправляй тяжелые файлы без задержек и зависаний. Билайн. Я заказала одежду с самым низким рейтингом. Что это такое? Зачем так вообще делать? Ребята, это ужасно. Мне хочется плакать. Что ж, сегодня мы с вами посмотрим, достойна ли эта одежда действительно самых отвратительных отзывов, самых низких рейтингов, или все-таки одежда нормальная и это происки конкурентов. Хэштег конкуренция. Нееет! Ладно, это был отыгрыш. Не самый удачный, но я и не актриса. Класс. Вещь с посторонним волосом мне нравится уже на этом этапе. Что ж, если вы думаете, что здесь дохрена вещей, вы абсолютно правы. Их реально невероятно много. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что из этого дохриллиона вещей будет нормальным. Но если честно, просто хочется простого человеческого нормально одеться, потому что я устала в одной бездне ходить. У меня как бренд появился, я только в ней хожу. Мне все нравится, все потрясающе, все приятно. Но знаете, иногда хочется носить что-то другое. Это просто вот когда ты хочешь выдумать себе какую-то несуществующую невнятную проблему, чтобы отвлечься от настоящих реальных проблем. Ах да, в этом видео я сразу злая, потому что это вторая часть распаковки шмоток с ПБ. Вы чё, совсем оборзели? Потом посмотрите её. А мы начинаем. Арбуз, привет. Не, ну тут кажется что-то, конечно, на языке бриллиантов. И, конечно же, на языке того, что я сейчас буду вся просто в пайетках, как и вся одежда. Оно просто безбожно сыпется. Я не знаю, видите вы это или нет, но, возможно, вы наблюдаете, что теперь все в этих бриллиантах. Ну, как бы для понимания ситуации, тут как будто бы сияшечку просто обронили все шмотки вот в этой вот хреновне. Хотя по красоте красиво, но просто посмотрите. Все в нем, просто все в нем, особенно на черном заметно. Кстати, это вы посмотрите на себя. Продолжаем дальше. Так, поудобнее устраиваемся. И следующий драгоценный лот нашего модного чего-то там. А ты угадала на тему драгоценного? Безопасная длина. Такое платье роскошное, конечно, для королев. Вот чувствую себя настоящей королевой. Правда, щиплется, но это, видимо, издержки королевского производства. Вот, в целом, если не считать это, по качеству, конечно же, не очень качественно, но... Как ты думаешь, сколько стоит эта прелесть и великолепие царское? Ну, раз так спросил, то, скорее всего, не 1000 рублей. Я предположу 5500. Лучше бы купили бездну, это факт. Причем мне подозрительно странный опай вырез, он какой-то прям... Ну да, еще чуть-чуть, и как будто бы там будет... Короче, не знаю, на самом деле это платье может быть не так уж и плохо выглядит на камере, я даже посмотрю на себя. Но у него есть огромная проблема. Все в этих бриллиантах! Ну да, оно действительно, во-первых, вот очень странный вырез имеет, прям реально непонятный. И оно, блин, колется. Оно колется так, как будто пипец. А еще оно срется. Все полы засраны. Все там находится в блесках. А я только сегодня пылесосила. Да, ты пылесосишь? Нет. Спасибо. Все, что вы должны знать про это платье, это то, что изначально оно стоило 6500 рублей. И у него две звезды. Ужасное платье, сетка на груди в блеск. Все, что можно и нельзя. Сыпется ужасно. Согласна. Платье непонятно, кого сшито. Там, где должна была быть грудь, половина в прозрачной ткани. Все сыпется, и размер больше заявленного. Согласна. Ужасное качество. Осыпалось все это. Денег не стоит вообще. Согласна. В основном все пишут то, что все ужасно осыпается, и вся примерочная в блесках. У меня не примерочная, у меня вся хата в этом говне. Отстой. Сейчас смотрю на корзину с одеждой, которую я заказала. И, в принципе, понимаю, почему я это сделала. Меня подкупила картинка. Просто сами посмотрите, какие красивые карточки товаров и что мне в итоге пришло. С одной стороны, понятно, что лучше покупать по отзывам. С другой стороны, если бы не визуал продукта, то, очевидно, я бы на него даже не обратила свое внимание. Как владельцу магазина одежды, я прекрасно понимаю, насколько важно, чтобы картинка товара была классной. Кстати говоря, такие же карточки, упаковку продукта, логотипы для брендов, макеты на сайт вы тоже можете создавать. При этом, работая из дома и получая хороший заработок. Внимание, только за один проект на старте вы можете получать от 40 тысяч рублей. Но с чего начать и где набраться опыта? С этим вам поможет крупнейшая профильная школа дизайна Contented. На курсе графический дизайнер с нуля до пробы получите необходимую теорию, освоите необходимые инструменты для дизайнера. И самое главное, получите реальный опыт, выполнив 18 полноценных работ. Вашим домашним заданием будут реальные задачи от партнеров. Это Ашан, студия Артемия Лебедева, Кантата и
уже через 4 месяца обучение с топовыми преподавателями, профессионалами, вы сможете брать свои заказы. Также у вас будет возможность пройти стажировку в креативном агентстве Red Cats под руководством арт-директора. Там вы узнаете всю внутрянку дизайнерской работы и сможете поработать в компании единомышленников школы Contented. И что самое важное, после окончания курса вы не останетесь одни, потому что вам помогут найти работу. Карьерный центр для этого и создан, помогает с поиском работы. От себя максимально рекомендую присмотреться к курсу и, конечно же, использовать мой промокод Лиса, который дает скидку 45%. И курс английского для дизайнеров в подарок. Больше информации вы сможете найти по вот этому QR-коду, ну или по ссылочке в описании. И помните, все приходит с опытом, а опыт приходит с Contented. Арбуз, арбуз, привет. У меня опять комбинезон, да? У меня уже все. Что это такое? Почему с этим размером какая-то дичь? Это вообще не XS, понимаете? Это не XS, я не понимаю. Это тем более не 2XS, это вообще никак в теории даже не может быть XS. Сейчас вам бирку найду, чтобы вы не думали, что я тут сижу, на самом деле, заказывала не своего размера и выпендриваюсь. Вот, написано. Размер XS-S. И это явно не оно. Причем платье реально прикольное. Ну, в плане, мне вот реально нравится такая велюровая роскошь. Плюс еще я так понимаю, что... А, не, ну ладно, не гнется, я уж подумала, тут совсем мба какая-то, типа там проволокой можно прям на себя, на свои бупсяо выложить, и будет красиво. О, я не понимаю. У меня реально иногда, знаете, какое ощущение? Какие-то размеры заваливаются, которые у них не продались, и они бирки перешивают, и поэтому ты получаешь какие-то просто невменяемые размеры, потому что, ну, вот при всем желании, это ни в какой вселенной, абсолютно ни в какой системе измерения размеров, а я в этом уже разбираюсь, это никак не может быть XS-S. Так, поудобнее устраиваемся. Да. А сейчас входит на жрица темноты и лосков, и бриллиантов. И fit его amazing. Нет, ну ладно, ладно, ну я вижу, что ты, Давид, молчишь, я скажу за тебя, пока что ты пытаешься осознать себя в пространстве. На самом деле платье крутое, но есть в нем нюанс, это размер XS, но очевидно, что не совсем XS. Ну, кстати, оно тебе, ну, размерно... Два велика, если не больше. Больше. Оно держится просто на силе того, что там, да, немножко подцепило, скажем так. Вот, но по факту оно бы не держалось абсолютно никак. И это очень обидно. Дизайн, наверное, неплох. Да. Если оно было по размеру. Да, если бы оно, представляешь, в обливке сделал, наверное, было бы очень красиво. Но все равно вот эти блески, они дешевят. Я бы какой-нибудь парик на какое-нибудь мероприятие пошла на Хэллоуин. И пошла. It's the dark bitch bad girl. Дикий вайб 69. Так называется бренд этого потрясающего платья. Стоит оно 2149 рублей, а изначально стоило 5000. Рейтинг у него 3,3. Давайте посмотрим, за что. Неудобное. Дорого смотрится. Супер платье. Это что-то с чем-то. Там не проволока и не китовый ус, как в корсетах. Там прут железный, который торчит в разные стороны. Платье сплю отстойно. Смотрится все максимально дешево. Расстроилась. Очень красивое и качественное платье. Но, увы, второй раз сталкиваюсь с тем, что товар уже носили. Ужасный запах пота. Фу, блин, фу, нахрен. Зачем так вообще делать? Нет, я все понимаю. Нет, я не понимаю. Все-таки, ну, должен быть какой-то технический надзор за тем, что вам отправляют назад. Если вам отправляют вонючее, испорченное, потное платье, ну, как будто бы не надо его возвращать и отправлять другому человеку. Но, возможно, на Wildberries свои какие-то приколы, о которых я пока что не знаю. Арбуз, арбуз, привет. Не, ну спасибо, конечно, что вещь-то все взяла и просто обосрала мне своими перьями, и теперь у меня тут просто птицефабрика, место для производства контента. Ой-ой-ой, ребята, это ужасно. Это отвратительная, просто лютая хреновня. Ля, о нет, ужасно, мне жалко денег. Причем даже не своих, у меня-то есть оправдание. Я все это как раз-таки проверяю, чтобы другие люди одумались и не тратили деньги, если вдруг увидят вот это вот мохнатое недоразумение. Ну просто... Я представляю, какая-нибудь девушка захочет себе заказать платье, тем более, что относительно скоро уже все эти новые годы корпоративы и т.п. и т.д. И она закажет себе это платье, от которого, кстати говоря, кто-то отрезал вот эти вот штуки, которые должны быть подвесными, и вместо них тут только вот такая маленькая пипка. Видите, их нет внутри. То есть платье еще и кто-то поносил, возможно, ощипал просто эти страусиные перья, обрезал просто все вот это вот и вернул обратно. Других объяснений данному мракобесию у меня нет просто вообще. Ах, да, это конечно же, комбинезон. Ладно. Блин, у меня просто все в этом говне, оно все летает еще ко всему прочему. Так, поудобнее устраиваемся. Я готов, а ты готова? Итак, держите котов подальше от ваших экранов и подальше от меня, потому что тут полный агент-провокатор. Хапа! Good morning, pineapple! Ладно, можно я не буду это комментировать?
знаете, мы, конечно, с этим котом, с этим фабриком, с этим демюром, вот это вот все. Сидим и смотрим на кота, кот смотрит на нас, хищно смотрит. Нам все-таки не приходит. Да-да-да, я понимаю, хочешь наброситься на меня? Второй убегает, о май гад. На самом деле, справедливости ради, я в тотальнейшем ужасе. Я просто не понимаю вообще, просто зачем это существует, котик. Давай ты не будешь на меня нападать и прыгать. Ну, это полный трындец. А еще, конечно, размер. Что это такое? Вот почему это существует? Вот не существует так много прекрасной одежды, а эта одежда существует. Так, и зачем? А вот и наш страус. У него 2,9 звезд и целых 13 оценок. Итак, комбинезон просто супер, подчеркивает достоинство фигуры. Легкий, красивый. Комбинезон неплохой, но перья, они не лежат и не выглядят как на картинке. Поэтому отказ. Ну, блин, на самом деле, даже на этой фотографии это выглядит просто ужасно. Оно выглядит, наверное, даже еще хуже, чем выглядит на видео. Но в жизни оно выглядит примерно как на фотке. Выглядит круто. Единственное, что перья сыпятся. Блин, я реально не понимаю, кто те люди, кто пишут хвалебные отзывы, потому что это очень странная вещь. Хотя вот девушка сфоткалась, и у нее красиво все выглядит. У вас реально не было такой мысли, что иногда продавцы подмешивают какие-то, знаете, вот суперплохие вещи с того же самого Алика, которые они выкупают в дешевых магазинах, и потом эти же самые вещи подороже, и ты просто попадаешь в какую-то лотерею, у тебя одна шмотка из одного и того же магазина, от одного и того же продавца может быть или нормальная, или полным отстоем. Ну, а как еще должна я все это объяснить? Арбуз, привет. Эти брюки я выбирала сама, и опять-таки я все еще не понимаю, что происходит с размерами. Брюки, причем по качеству, ну, вот я честно скажу, они охрененные, они прям тяжелые, они очень плотные, и все с ними классно, но опять-таки, что, блэд, с размерами у вас происходит? Объясните! Да, сейчас Давид, конечно, увидит то, что он не видел в течение 13 лет. 10 лет как замужем. А. Я сначала подумала, что просто рандомные куски. Вот он, наконец-то. Я бы сказала, что это XS. Но это больше похоже не на XS, конечно. А хотя, может, и налезет, я не знаю. Ладно, я попробую. Но опять, что с длиной? Почему это XS? И типа он как будто бы даже в талии правда похож на XS. Но что происходит? Ай-я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 й. С длиной. И вот с этим. Он прям расклеивается. Интересно, это специально так сделано или это что? Что это за авторский дизайнерский замысел такой любопытный? Арбуз, привет. Что это? Так, ага, это походу наше с вами любимое платье в стиле U2K. Платье, сколько же это стоило? Почему все так плохо? Вот зачем настолько плохую одежду просто делать? Вот серьезно, ну это прям совсем печально, ну это вот прям беда. Я вот смотрю, и мне хочется плакать, понимаете? У меня слезы наворачиваются, здесь плохо просто все. Весь принт, он как наждачка. Я миллион раз заказывала даже самое дешевое платье с Алика, но такого я реально не видела. Я без понятия, что это такое. Кто это просто создал? И главным образом, а нахрена он это создал? Ужасно! Ну ни хрена себе! Вы что, совсем оборзели? Не, я понимаю, что все ставят цены, как им нравится. Это платье стоит со скидкой, внимание, 1735 рублей. Это цена со скидкой. А теперь, внимание, без скидки оно стоит 4150 рублей. Это не платье. Это кусок просто обоссанной тряпки, серьезно. Оно и пахнет так же. Я не знаю, зачем я сделаю это со своими волосами? Я уже ничего не понимаю, помогите. Я хочу видеть отзывы. Отличное платье на осень. Да не может быть, Анна, акстись, это не отличное платье на осень. Да это не шикарное платье. Почему, откуда у вас, прекрасные женщины, эти отзывы на это платье? Хорошо, хотя бы, вот, я нашла те самые отзывы, ради которых мы здесь собрались. Девушка пишет, уж совсем все плохо с посадкой платья, и ты совершенно права. И далее, сразу после нее пишет девушка, вообще не то, что на фото, я 1,73 м, обратите внимание на длину, а рукава странные. Да черт возьми, потому что это просто ужасно. Слушайте, а у меня такое ощущение, что какие-то отзывы тут прям вообще совсем печальные. Прям, ну, вот они полностью сходятся с тем, что я говорю. А другие отзывы, они прям мега комплиментарные. Интересно, может быть, платьев-то несколько? Ох уж эти теории. Я в ужасе. Так, поудобнее устраиваемся. Ты знаешь, если до этого ты считал, что вещи были очень сомнительные, да, то сейчас это просто побьет все рекорды сомнительности.
Ну, я вижу полоски Абибас. Ну, нет. Это было бы неплохо. А я сегодня в образе пригламуренной и влюбленной в бренды мамзели. Да, я сейчас стервозная великосветская. Подхожу к вам. Это типа платье спортивка или что? Нет, вообще это платье притальное, вечернее, элегантное. Не, подожди, оно же буквально спортивка. Принт супер, можно... Ногти пилить. Ногти пилить, да. Это, кстати, по факту, да, ногти можно спокойно пилить на этом принте. Больше всего в этом платье меня шокирует не то, что оно существует, хотя это, конечно, тоже особый сорт просто охуенного извращения, да, вот. Абсолютно осуждаем это платье, ну правда. Очень плохо, очень плохо, очень плохо. Наверное, самая худшая вещь из тех, что я заказывала. Херня какая-то. Но самая лютая вот полиэстер, вот, насколько да. Вот он мог быть самый дешевый, который нашли, вот это вот и вы использовали, да. Вот реально, вот самый дешевый. Ну, из самых дешевых. Он начинает так утянется, да, на километры. Вот да, такая вот херня. Конечно, вот, пожалуйста. Да. И он достаточно тонкий, то есть я не знаю, пожалуйста, так я вижу свою руку. И вот эта вот штука, которую просто рандомно, знаешь, прицепили. Ну, это дизайн. Ну, такой сомнительный, конечно, дизайн. Покажи фабрик. This is fabric, this is cotton, very demure. Very mindful. А details? Какие details? Очаровательные. Trash. Я думаю, тебе надо вот все это, то, что сейчас ну, тебе не понравилось, подарить вот тем, кто тебе их выбрал. И чтобы они провели день в этом. Отлично, так мы и поступим. Осуждаю, платье это осуждаю. И я абсолютно не понимаю, откуда такое классное количество хороших, реально хороших фотографий, на которых это платье выглядит отлично. На мне оно отлично не выглядит. И дело не в том, что оно мне даже не по размеру, а в том, что его качество по качеству некачественно. И вот опять-таки мы сталкиваемся с тем, что люди пишут два типа отзывов. Или прям совсем вау, им классно нравится, или совсем им вау, вообще никак не нравится. Продавец, ты бы сам носил такое? Почему людям продаешь такие вещи? Вот, блин, вот эта девушка абсолютно все сказала то, что я думаю про это платье. Мне больше нечего добавить. Кстати говоря, да, действительно, на референсах у этого платья расширенные рукава, а по факту они были не расширенные. А загадка томного платья. Арбуз, арбуз, привет. Снова у нас какая-то богемная роскошь. Комбинезон, да, дайте угадаю очередной. О, нет, надо же, не комбинезон, а платье. И, кстати говоря, на фоне всего остального, что с размером платья, которое позиционируется как 2XS? Что с ним не так? Это я, а это платье. Так, поудобнее устраиваемся. Ох уж эти попытки людей сделать для Саумы как можно более женственной. Ну, слушай, далека неплохо. Я не знаю, это твое мнение, имеешь на него полное право. Из того, что было, это самое адекватное. Не, ладно, на самом деле, по качеству оно тоже очень качественное. Потрогай. Оно прям плотненькое. И приятное. И приятное, да, оно не колется, и такое материал интересно. Да, очень неплохо. Ну, спасибо. Ладно, Пансушот, класс. Правда, хорошее платье. Естественно, не моего размера, но если бы оно еще и моего размера было бы, смотрите, как было бы хорошо сразу. Я даже рада, что хоть что-то хорошее. Но не рада, что не моего размера. А можно было бы в этом году пойти? Как думаешь, сколько оно стоит? Слушай, мне кажется, оно дешевое. 1003. Платье хорошее, уже в наличии нет. Возможно, я купила самое последнее, поэтому поехали дальше. Арбуз, арбуз, привет. Продолжение милой распаковочки. Распаковываем. Нет, я больше не буду просить их просто мне одежду подбирать, потому что еще раз, что теперь это такое, я вас спрашиваю. Знаете, что это такое? Почему я выбрала себе нормальный костюм из розовой футболки и джинс, а мне выбирают вот это? За что? За что вы так меня ненавидите? Я вам какое-то зло сделала или что? Надеюсь, что это видео наберет свои 20 тысяч лайков, потому что, дорогой дневник, такого унижения я давненько не испытывала. Так, поудобнее устраиваемся. Выходи. Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Я не понимаю, почему в этот раз так много этих костюмов, это так отвратительно. Я даже не люблю. Это тоже выходной костюм? Ну, конечно, это не для домашней прогулки с котами. Что это за костюм? Вот, Давид, вот мы столько раз с тобой были в разных ресторанах. Ты хотя бы раз видела, чтобы девушки в таких костюмах там сидели? Ну, я вообще по сторонам не смотрю, когда я с тобой в ресторане. Хорошо, ответ, это была проверка, можешь не продолжать. Но я не видел, естественно. Если честно, я тоже не видела ни раз девушку в подобном одеянии. Я даже ни разу не видела в подобном одеянии человека, которого там, не знаю, на пляже, например, был. Ну, то есть, возможно, это покупают для фотосессии или реально, чтобы ходить дома. Но, опять-таки, это не позиционируется как домашняя одежда. Это позиционируется как, блин, ну, для вечера шмотка, типа платья. Ну, по качеству что сказать. Интересно. Потрогаю. Потяни на веревочку. Не получилось. Короче, оцениваю это отстойно, но спасибо, что хотя бы в этот раз размер совпадает. Этот комбинезон стоил 3320 рублей. 3320 рублей. Просто задумайтесь, вот это стоит вот столько. Почему? Всем хай. В один день моя лента рекомендаций превратилась вот в это. Венера. Венера. Венера.
Одевайся по своей Венере. Собственно, сегодня вместе с Каролиной мы будем одеваться по своим Венерам.